Волонтерство – это порыв души. Волонтеры – отзывчивые люди, которые готовы всегда прийти на помощь. Мелисса Малихонова – яркий этому пример. Моя история началась, наверное, с класса 6-го. К нам пришло в школу пару человек и начали рассказывать, в принципе, что такое волонтерство, что эта организация из себя представляет. И мне очень понравилось тем, что мы можем как бескорыстно помогать людям и в ответ получаем за это отдачу. Мы начали ездить на разные мероприятия, и люди просто по городу начали нас узнавать, общаться. Это очень много новых знакомств и очень много положительных эмоций. Положительные эмоции в обмен на доброе дело, справедливое равенство вывела для себя ученица 11 класса. Волонтеры нужны для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее в том, что им всегда помогут, им всегда протянут руку помощи и защитят. Вместе с единомышленниками-молодогвардейцами Мелисса помогает жителям округа. Волонтерский центр «Единой России» продолжает свою работу. Обратиться за помощью может каждый. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».